Gardă de Onoare este constituită cu ocazia acreditării dumneavoastră în Republica Moldova. Vă prezint onorul locotenent major Josan. Extraordinar și plenipotențiar al Ungariei în Republica Moldova. Dragă, уважаемый господин президент, ваше превосходительство, имею честь сегодня вручить вам дарительные грамоты, которыми наш президент Янош Адер аккредитует меня в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Венгрии, вашей стране, Республика Молдова, и даже тоже отзывы грамоты моего предшественника. Видите, не думали, что вы были сейчас в таком... Нет, это было важно, всегда бывает такие. Мы с вами очень хорошо сотрудничали в 2008-2009 по европейской интеграции, если не ошибаюсь. Да, и по внешним вопросам. И по внешним вопросам. У нас вопросами с европейской интеграцией. У нас получится очень много из тех проектов, которые мы, у нас есть в Венгрии, вот, это у вас, я даже получил ему вроде почета, по истечению мандата. С учетом новой повестки дня, я думаю, что при вашем руководстве, так получилось, что это была рабочая повестка, но я успел хорошо в нашем регионе.